Всем привет, с вами я, Марк, и сегодня мы будем играть в Game Dash, и сегодня я буду проходить Радиоактив Демон. Погнали. Это изи демон. В принципе, там демон имеет баги на шаре. Прямо после самолетика, походу, идет... после куба идет забаганный шар. Вот шар меня здесь больше всего бесит. В принципе, этот уровень меня не так уж и бесит. Этот уровень меня бесит. Ну, очень сильно бесит именно из-за бага на шаре. Да. В принципе, он меня бесит больше, чем классикал. Хотя классикал я прошел за почти 5000 попыток. Извиняюсь, на классикале у меня 4500 с чем-то. Ой, 4503. Вот. Попыток на классикале. Отлично, этот забаганный шар пройден. Хотя там всего лишь правильно нажимать нужно. Так, в принципе, раз, два. Отлично. Раз, два, три. Блин. Вот меня бесит, когда я прохожу этот супер забаганный шар. Ну, как по мне, шар здесь он забаганный. После куба. И после того, как я прохожу этот шар, я сливаюсь сразу же, не сразу же, но все-таки сливаюсь на каком-то месте. Допустим, на втором шаре. Второй шар, он не такой уж и забаганный. Ладно. В принципе, я считаю по-своему. Я считаю, что здесь есть баг все-таки на этом шаре, а кто-то считает, что здесь нету все-таки бага. В принципе, что насчет канала? В принципе, ролики, скорее всего, не так уж и часто будут выходить, потому что мне нечего проходить. В принципе, актива нету, а моему каналу уже скоро 2 месяца, как бы. Не, в принципе, я не заставляюсь вас подписываться, хотя мне важны подписки. Мне нужна мотивация, чтобы снимать ролики. А ее нету. Так, ладно. Раз, два. Отлично. Сейчас легкий самолетик. Здесь. Главное, вот здесь вот пройти. Отлично. Раз, два, три. Сейчас финальная тарелка. И демон пройдем. Все. Спасибо за внимание. Я прошел Радиоактив Демон. Я так давно не проходил демона. Вы не представляете, как давно. 221 попытка. Так, ладно. В принципе, давайте пойдем откроем все-таки ящик. Так. Блин, не туда нажал. Так. И ничего интересного. Так, ладно. Смотрим. Да, я открыл уже. В принципе, я буду копить на этот самолетик. Вот здесь вот. Внизу. За 6000. Внизу самолетик. И, в принципе, все. Малвейр я вряд ли буду проходить. Там дул бесящий. В принципе, я выкладывал уже ролик про его прогрессы. Прогресс. С 32 до 76. В принципе, насчет канала я сказал. В принципе, я буду стараться выпускать как можно чаще ролики. И, в принципе, я собираюсь в скором времени проходить все-таки уже какой-то инсейн демон. Так как у меня 29 демонов, скоро будет 30 демонов, и это непорядок. Мне нужно уже будет проходить хотя бы инсейн демон. Да, я знаю, что мне рано, я нуб. В принципе, Инсумию я вряд ли буду проходить, потому что, там мне просто не хочется проходить из-за
двух из-за, в общем, двух частей с шарами, где нужно там просто наугад нажимать, и в принципе все. В принципе, спасибо за внимание. Вы были на канале Марк Ютуб. А с вами я был Марк. Всем удачи, всем пока. Всем хорошего настроения.